На обзоре в официальном сервисном центре Deutsche Mechanica стиральная машина Samsung на 4,5 килограмма. Модель данной стиральной машины WWF6450S7WW. Данная стиральная машина проработала около 10 лет и попала в официальный сервисный центр Deutsche Mechanica на диагностику. В данной стиральной машине вот мы можем слышать, шумит подшипник. В целом манжета люка без грибка, чистая. Необходимо будет разобрать данную стиральную машину, выяснить, в каком состоянии крестовина, посадочные места, провести необходимые ремонтные работы. Согласуем, помимо ее состояния, согласуем с владельцем ремонт и выполним его. На все работы и запчасти официальный сервисный центр предоставляет гарантию.